Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня я снимаю видео. Подписчики управляют моей жизнью, то есть моим днем. Я посмотрела очень много таких видео на YouTube. Я очень заинтересовалась, потому что мне кажется, что это очень классная идея, и я решила ее воплотить. Поэтому, если вам интересно, что у меня получилось, то оставайтесь со мной, а мы приступаем к видео. Всем доброе утро. Я только что проснулась, только что умылась. И не обращайте внимания на мой голос, потому что у меня всегда такое по утрам. В свой инстаграм я уже успела запостить свою первую историю, в которой я спросила вас, краситься мне сегодня или нет. И большинство проголосовало за то, что красится. Поэтому сейчас я буду вставать, точнее я уже встала, и иду краситься. Я закончила делать себе мейкап на сегодня. Как вы поняли, я сейчас еще в пижаме, и мне нужно одеваться, потому что у меня в планах идти в зоопарк с друзьями. Поэтому сейчас мы будем собираться, подбирать мне одежду. Я, конечно же, сделаю вопрос, что мне одеть. Мне нужна ваша помощь. Посоветуйте, какой лук мне сегодня одеть? Первый или второй? Публикуем. Пока вы голосуете, в чем мне ходить сегодня весь день, я пойду выберу себе что-нибудь поесть. Точнее, просто посмотрю, что у меня вообще есть. Будем ждать, когда вы проголосуете. Так, на завтрак я могу съесть мюсли, точнее, доесть, потому что их осталось там совсем немножечко, как раз-таки для одной порции, или просто попить чая. Сейчас пока что я смотрю и на опросе, что мне одеть. Очень сложно, потому что сейчас только 8 утра, и как бы еще никто не проснулся, особо никто не голосует. 63% проголосовало за первый лук, то есть кепка, футболка и шорты. И за второй лук, где юбка и футболка, 37%. За мюсли больше проголосовало людей. Чтобы я ела свой на завтрак мюсли, я очень рада, потому что одним чаем я бы не наелась. Поэтому я люблю мюсли. В общем, ребят, я недавно, минут 20 назад, выложила историю, опрос, какую прическу мне сегодня сделать. Пойти с распущенными или с хвостом. И 82% проголосовали за распущенные. Кстати, да, ребят, как вы могли уже заметить, я уже одела то, что вы мне посоветовали. Это вот такая футболка. Взяла с собой кепку и черные шорты. Если вы смотрели мое предыдущее видео про мои летние аутфиты, то вы уже видели эти шорты и эту кепку. Сегодня я иду именно так. What else can I say, girl? Can't you blame my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. Я сейчас вышла на улицу, иду на назначенное место, и мы решили с Аней встретить. Кстати, я провела опрос в инстаграме, что мне обуть, и вы сказали, чтобы я обула свои розовые адидасы. Ну, встретились. Ребят, всем привет! Мы заказали себе все-таки такси. И наконец-таки мы приехали в зоопарк. Там было очень много милых и смешных животных. Также я впервые в жизни увидела жирафа. Еще там был очень смешной енот, который бегал по клетке.
Потом мы встретили медведя, который протягивал нам лапы, и мы давали ему покушать. Короче, мы очень весело провели время. Сейчас вернулась из магазина. И да, кто не знал, я ходила в магазин. И вот, в общем-то, все, что я купила сегодня. Я купила ланчбокс, потому что многие проголосовали за то, чтобы я его купила. Мой шоколад, мороженое, печенье, моя любимая вишка, сырок с сгущенкой и вода. Вот такое видео я сняла для вас. Если вам оно понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, потому что я очень стараюсь над своими видео. Я вас всех очень сильно люблю, всех обнимаю и всем пока-пока.